имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Память праведного Михаила Воина. Святой Михаил жил в царствовании Михаила III. По своему происхождению он был болгарин и родился в городе Потуке, принадлежавшем тогда царству греческому. Знатные родители Михаила принадлежали к числу первых христиан болгарских. Таковым же христианином с детства был и Михаил, которого родители и знакомые называли «святое дитя» за его благочестие. С младенческих лет он отличался чистотою жизни, всегда имел в сердце своем страх Божий, пребывал в посте и молитве, подавал милостыню нищим и посещал больных, украшаясь кротостью и смирением и всякими добродетелями. По достижении 25-летнего возраста Михаил поступил в военную службу и начальствовал над значительным военным отрядом. В то время поднялись войною на царство греческое эфиопляне и агариане, то есть арабы магометанской веры, и направились к столице греческого царства. На защиту отечества выступило большое греческое войско и встретилось с многочисленными войсками агарианскими. Видя, что эфиопляне и агаряне превосходят силою и готовы одолеть, греки бежали в горы и скрылись в безопасных местах. В греческом христианском войске находился и Михаил Воин со своим отрядом. Он не испугался неприятеля, не обратился в бегство, а непрестанно укреплял и ободрял своих людей. Увидя всеобщее бегство греков, он прослезился и, пав ниц на землю, молился Господу Богу о спасении христиан. По окончании молитвы он со своим отрядом неудержимо устремился на неприятелей и врезался в самую середину эфиоплян и агарян, жестоко поражав врагов без вреда для себя и для своего отряда. В то же время на помощь христианским воинам внезапно поднялась гроза, молнии и громы поражали и устрашали врагов, так что они все обратились в бегство. С помощью Божией Михаил разогнал всех врагов, сам же и отряд его остались совершенно невредимыми. Возблагодарив Бога за дарованную победу, Михаил распустил свое войско и сам с немногими слугами отправился в обратный путь на свою родину. Во время этого путешествия совершилось следующее чудо. Михаил остановился в одном месте для отдыха. Там находилось большое озеро, из которого выходил чудовищный змей и поедал людей и скот. Один из слуг Михаила увидал с места остановки вблизи озера дым и, наскоро взяв припасы для пищи, пошел туда, где был дым. Там он увидел девицу, которая сидела в слезах и чего-то ожидала. Слуга стал расспрашивать ее и так заслушался ее повествованием о страшном змее, что на огне пригорела та пища, варить которую он пришел. Когда слуга вернулся к своему господину, то Михаил Воин спросил его, почему он замедлил и отчего пригорела пища. Тогда слуга подробно рассказал все, что видел и что слышал от девицы о змее. Святый Михаил, выслушав рассказ, решил пойти туда и стал звать своих слуг, но они, убоявшись, отказались идти со своим господином. Тогда Михаил, помолившись Господу Богу и осенив лице свое крестным знамением, сел на коня и поехал к озеру, взяв только одного старейшего слугу. Прибывши на место, он стал расспрашивать девицу, зачем она прибыла на это место. Девица уговаривала сначала Михаила Воина удалиться, чтобы не быть съеденным чудовищным змеем, но по настоянию святого рассказала об установившемся в городе обычае по очереди отдавать детей на съедение змею. Изумленный рассказом девицы, Михаил приказал своему слуге отойти с конем и ожидать вдали, а сам пал на землю и стал молиться Господу Богу. Когда святой окончил молитву и встал, среди озера появился змей и, поднявший высоко голову и ударяя хвостом по воде, стал приближаться к берегу, раскрывший три свои пасти. Святой взял щит и меч и отсек лукавому три головы, с которым он показался. Змей же, свернувший хвост, ударил святого в правую щеку и левую руку и причинил ему рану. Михаил упал без сознания, но скоро очнулся и встал. Слуга Михаила, видя такое чудо, поспешил в город и сообщил о происшедшем.
Граждане вышли из города и торжественно встретили Избавителя, а девицу вручили ее родителям. Итак, Богу угодно было прославить Михаила воина таким же чудом, какое совершено было древле святым Георгием Победоносцем. После этого, дав наставление гражданам твердо держаться христианской веры, Михаил воин продолжал свой путь и возвратился в свой дом. По прошествии недолгого времени он с миром предал блаженную душу свою Господу. При гробе святого Михаила стали совершаться многие знамения и чудеса, и исцеление от болезней, приходивших с верою к его гробу. Спустя много лет, во времена Второго Болгарского царства, болгарский царь Кало Иоанн, воюя в пределах греческого царства, столица которого тогда занята была латинянами, занял город Патуку и решил перенести мощи святого Михаила воина в свою болгарскую столицу, город Тернов. Болгарский патриарх Василий, услышав о приближении святых мощей, вышел со всем своим духовенством и гражданами навстречу святых мощей с крестным ходом, свечами и кадилами. Болгарский царь и патриарх взяли святые мощи на свои плечи и своими руками отнесли и поставили в соборном кафедральном патриаршем храме. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.